мне интересно, какой нормальный человек, когда снимает видео, наливает сок? Не, ну вы понимаете, да? Просто я вынуждена пить что-то во время видео, потому что я снимаю, и мне в горле сохнет. Привет! Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня я хочу... Да что это такое, господи! Ненавижу эту жизнь! Эта жизнь настолько сложна для видеоблогера! Привет! Да, вот, отлично. Так и сниму видео. Привет! Все, пока. Я удаляюсь. О, да, сегодня прям таки прет с меня энергия, потому что что-что-что, потому что лето, и мне ужасно жарко, я хочу умереть. Почему так плохо все? Сейчас я пролезу. Я, кажется, что-то... А, нет, показалось. Я думала, что-то сломала себе, но нет. Нет, у меня просто лопнула селезенка. Чтобы ваша кожа сияла, была потрясающе красивой. Она не будет такой, смирись. Вы попали на шоу, кулинарное шоу. Мы попали на шоу, кулинарное шоу. У меня просто не хватило фантазии как-то назвать по-оригинальному, поэтому я веду кулинарное шоу под названием «Кулинарное шоу». Забудем об этом! Ребятушки, привет с вами! Черт! Вот что бывает, когда ты долго не снимаешь видео. Ты забываешь свое приветствие. Палочка, пау-пау! Соло 15. Ука-ука-ука. Это не мое. Нет. Пахнет каким-то арбузом, но я не уверен, что она со вкусом арбуза. Зря. Зря-зря. Чё сейчас сказала вообще? Это сегодня я вам хочу показать немного странные вещи, немного странные, почему я тараторю. Успокойся. Все. Это нерв. Не переживайте, это пройдет. Со временем. Все отлично. Нормально все. Встречайтесь сегодня у нас в студии. Вот это. И вот это. А также... Что также? Итак, дорогие друзья, я сейчас ударился об стол, но ничего страшного. Розовый. О боже! Я на самом деле не хотела показать фак. Я просто так получилось. Я хотела показать лишь цвет своего лака. Ну черт, я показала фак. О боже, да я еще и повторила это слово несколько раз. Какая я неприличная. Да неприличие, неприличная. Ух ты, желтенький. Прям под мою... Под мою стену. Капец, я так со стеной сливаюсь. Просто ужас. Отлично, все впиталось. Теперь мы красотки. Прости, извиняюсь. Время зажигать! У-ху! Вы будете присутствовать на этом моменте, запоминающемся моменте. Привет, ребята! Сегодня я вам хочу показать... Привет, ребята! Сегодня я вам хочу показать... Нет, это явно не мое. Нам осталось готовить... Да я озвучиваю это шоу! Это мое шоу! Оно не твое! Оно мое! Тост заложила. Блин, такой вкусный тост сделала. А может его сфотать в Инстаграм? Точно! Я же забыла сделать фотку в Инстаграм! Правда, он какой-то уже... ладно, пофиг. Достаточно немного фильтров, и он как новый, наверное. А где мне его сфотать? Точно! На фоне зеленого ковра. Как будто травка. И я ем. Это так мило. Эта фотография просто божественная. Ее надо выставить в Инстаграм. Она станет популярной, наберет кучу лайков, и станет знаменитой. Надо успокоиться. Марьяна, держись. Ты сможешь, ты сильна. Почему-то она у меня слетает. Видимо... У меня настолько сухая кожа, что она быстро впиталась. Бери, да ешь она сама. Давай. На. А что я, зря готовила? Время ножичка. Так. Неру. А также, да черт!